Ребятки, всем здрасте. Всем здрасте, всем здрасте. Вы на канале Пиратская жизнь. Да. Все. Кровищу свою снял. Да. Дурочка. Дурочка. Везет тебе. Аккуратненько. Тебя аккуратненько. Мне вот тогда взяли кровь. Тебе сбоку взяли. Всю руку разнесло. Страбанило. Ну, у тебя вечно так. Да. Вот только, кстати, синяк вот только сходит. Вон, видите, у меня какой был. Если бы ты его мазала йодом, он бы быстрее бы сошел. Жуть, он какой зеленый нафиг. Так, ребятки, мы сейчас быстренько кушаем, и я улетаю в дальние края. Да? А я? А ты остаешься готовить мясо. Да хрен из два тебе в танк играть. Вот мясо приготовишь, зерна на перебираешь, да, как говорится, да. Дома приберешь с говнушей, да. Тогда можешь в танки поиграть. Ты уже к этому времени вернешься. Все, кстати, дело. Как я и предполагали, мы с тобой. Чего? Виталик ответил. Сначала он писал 50-52, потом все-таки и решил 52. Понятно. Что у него? Понятно. Я так поняла. Кофту взяли. Я уже размер, блин. 52? По цвету, да. Да? Угу. Определяю. Только вот так. Насчет роста вот я не знаю. Успокойся. Большой слишком. Вов, вообще-то это должен был быть что? Да. Вот, и лучше помолчи. Так, сметана. Сметана, сметана, сметана. Сметана, сметана. Остатки былого супа. Да? Ну все, супа больше нету, закончился. Роскоши. Да. Суп конец. Конец, 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 конец. Все, суп закончился. Эх. Щи, последние обглоданные косточки будут сегодня. Да. Но у меня там есть еще шейки. Так, хлеб берем. Винегрет. Так понял, там кто-то сдавал кровь, и ему стало плохо. Там что там врач. Че? В больнице? Ну, в смысле, в этом? Да. Вообще жуть. Нормально так. Короче, чё, Вован тут это, пришёл и орал. Короче, там куча народу. Нам раньше в гемотесте не принимали тесты на... ПЦР-тесты. Да, ПЦР-тесты. На ковид. А сейчас они там опять, видать, стали брать их. Вот. Ну и там, короче, как всегда, толпа людей, страждущих. ПЦР-тесты. Да. Вот, там рассказывают, там один это забыл, другой это вспомнил. Один адрес был. Место работы, где живет, где работает. Место жительства. Да, ну, короче, там. Третьему я только спросить и прочее. В общем, а там, если до 11 не сдашь, то курьер. Там пришел курьер в 11, потом все, ушел. Все. Да, да, да. В общем, там нужно обязательно. Там только сдать. 2 часа. Да. А нам нужно, чтобы до завтра обязательно пришли эти анализы. Поэтому вот. А сами понимаете, вот раньше, кстати говоря, когда вот не было вот эти ПЦР-тесты, не принимали, там быстро все было, раз, раз, раз и все. А сейчас вот, видать, стали опять принимать, и народ, к сожалению, не весь соображает быстро, вот. Некоторые, понимаешь ли, забывают место работы. Место жительства. Да. И как звать. Да. Так что вот, Иван пришел, негодует, а там время, время, тик-тик-тик. Да-да-да. Я пришел, после второй. Дядьки был. Ну. Второй. Ну, после. Вот сразу. Ну. Там еще после меня еще человек 6. Там как поперло, как поперло, и женщина идет. Я говорю, до год 11 успей сдать. Я так поглядел на часы. Время 10:30. Он думает, да, успеешь. Если еще парочка такие же зайдет, точно успеешь. Так, я бери, думаю, 2 часа вряд ли. Бери хлебушек. Ой, я вообще опять не выспалась, что за фигня? Не могу вот заснуть. Вот сегодня вроде старалась заснуть рано, все равно нифига не заснула. Никогда. Да. Ну, ты Вован вообще, я ему завидую. Он лег и просто только одни эти храпаки давит. Да. Мне так больше нравится. Что ты там опять уронил? Ничего не уронил. Вижу, винегрет уронил. Луковка упала. Угу, кровавое пятнышко. Снизу. Винегрета. Вот ложку давай.
Поближе поставил, он понял, не может. Пусть мешает. Угу. Видишь, сколько много. Угу. Не могу. Видишь, и все падает. Вижу, что ничего не падает. Если не торопиться, если не беситься, то ничего не падает. В соцсетях все там негодуют прям. Что, давай? Пробки, 10 баллов, ля-ля-ля, тополя, куда все делись. Кто не чистит. Это да. Теперь я понимаю, почему у меня все. Девочка. Вот, я пишу, типа, это, блин, ответ. Мне вчера в 6 вечера пришла смс от МЧС, чтобы не ездить лишний раз и на своей машине, если это нет в надобности. Mm-hmm. Пользуйтесь общественным транспортом. No. Значит, будут пробки опять 10 баллов. Mm-hmm. Ну и что ты думаешь? Большинство, наверное, и не читало это. Mm-hmm. Просто-напросто. Вот и пробки опять. Какого первовозбужденный пришел вообще? Все? Чего? Да ничего, блин. Ты своей бородой уже разберись. Угу. Салфетку дай. А стоит салфетка. Борода моя. Тут две. Убери. А то же у тебя уже на бороде капуста остается. Да? Да. Ну, хорошо. Отрастил запас. Тут усуши. Запас. Девочки, я вчера лазила по озону полночи. Ну, чего спрашивать, я делала, да? Угу. Лазила вчера по озону, там столько всякой фигни. Интересно. Там вот... А разве что это свежего мяса и овощей не продают. Все. А все остальное там можно найти. Овощи там тоже, да, есть? Нет, овощи там нету. Ну, сушеные какие-то. Вот это. А мороженое есть? Мороженое даже есть, обалдеть. Я вчера там присмотрела орехи. Я вчера там присмотрела томатную... томаты в собственном соку. Вот, уже накидала в корзину на 2000. Но это я там еще не долистала. А ничего, что там шла? Такую редкость. Какая? Так, какую? Которая стоит $100. Масло черного тмина нашла. И стоит оно 230 рублей. Угу. На не $100. А в Египте были? Там, прикиньте, вот на этой экскурсии дурацкой, там втюхивают это масло черного тмина за $100. Обалдеть, блин. Пузыречка. Ведь, извините, находятся охи, которые это дело реально покупают. И там уши навешивают лапши. Потому что у нас нет уже этого. Угу. Так он говорил, он в озоне. 200 рублей стоит. 250. Баночка как раз 100 миллилитров. Да, вот. Так что не такое уж это редкость. Угу. Далеко не редкость. Как выясняется. Угу. Ой, там еще не дорисовал, там столько этих всего. Макароны всякие там. Это то все. Специи, щи. Сухофрукты. Консервация всякая. Суп средиземноморский. Ну я закажу эти. Я там по две банки заказал, закажу все. Можно бы только купить креветок. И эти какого. Креветки. И кальмаров. С лучком вчера уже ржем. У нас озон находится в Пятерочке. Выходишь такой с тележкой, да, из озона. Так, на кассу. А мы из озона. Да. Ну там цены хорошие. Значит, хотят поднимать цены. На что? На машину? Вот на это ведро. Думаю, кто все машины покупает, что цены поднимают? Поверь, вот все удивляешься, что все такие бедные, несчастные. А ну, все машины берут. Угу. Что ты думаешь, чего пробки-то? С того. Если верить закон экономики, спрос рождает предложение. Да. То есть, если спрос высокий и предложение есть, да, тоже высокий, то есть, естественно, растет и цена. То есть, из этого складывается все. Спрос и предложение. Угу. Но если спрос есть,
А предложений нету, то и цена низкая. Вот, да. И, вот и получается, что... Я тебе камеру оставляю, сама беру айфон. Вот, а ты это... Пожалуйста. У тебя одна задача – приготовить мясо. Какое мясо? Мясо разморозило, грибы есть. Все, пожалуйста. Лук есть, все. Вот сейчас кастрюлю помоешь, пожалуйста, готовьте. А вот может, он в той буду. Не надо. Приготовь в кастрюлю. Долго придется тушить. Только это, загусти его маленько. Ладно? Долго придется тушить. А ты куда-то торопишься? Угу. Тонкий грей, да? А нет, хренушки. Ты мясо помельче порежь. Тут-то. Это же говядина. И чё? Я часа два только тушить. Ну вот и туши. Я как раз там маленько всегда, часика на три. Все подготовишь. Не торопилась. Я под руку не буду. Ля-ля-ля-ля-ля. А что, кто хотел рецепт от Вована без Нины, обязательно не пропустите. Нарезаем. Да. Два часа. Ну, Судакова вообще суп варила. Два часа. Причем не выключаешь. Нарезала? Ну, она там все делала. В основном бухала. Чтобы там же, блин, готовили. Так, ты вино будешь сейчас это, с вином работать. Девочки, проследите, пожалуйста, чтобы он тут это не набухался, ему нельзя. Хотя он такой счастливый, довольный, я ему говорил, давай, может, это, немножечко вина откроем, там, туда-сюда. Он говорит, нет, вот анализ сдам. Так, девочки, он сдал анализ, следите за ним. И чё? А то приду, мясо вареное или какое-нибудь там сгоревшее нафиг, валяется Вован с бутылкой на полу. Пустой. Да. А все из чего? А там что... бутылка литр. Ну, кстати, да. Ты литровый открываешь? Так я брал. Ты потом это убери. Красный сухой, литровый. Угу. Кстати, суп средиземноморский там тоже идет до убавления вина. Но он белый, да? Угу. Ну, там прям чуть-чуть белый. Прям буквально несколько ложек. Угу. Готовь, чем мясо. Вот это вино-то брать. Просто так, что ли? Нам как раз идут вот эти, как раз. Да-да. Томаты вот эти. Черри. Собственно, соку. Угу. Их перетирать, считай, не надо, ничего. Там сказано. Они уже готовы. Они мне еще понравились, они еще это, без кожи. Да. И там такой выбор. И такиськи. Я там еще, кстати, нашла томаты, резанные уже. 86 рублей стоит. Так, салата на двоих. Я съела одну ложку. Ну, а я что? Вспоминаю, что ты мы здесь не один. У нас семья. Да. Не щелкают. Вот если его не осечь, он так и будет жить. То раньше стал, там, в этапке. Угу. А кто у нас раньше стал? Я не ложилась. Можно сказать. Вы знаете, вот, честно, вот для меня вот лучше стать поздно, да, и быстренько, продуктивно провести, так сказать, остатки дня, чем, блин, встать рано и целый день катать под сраку. Потому что, блин, я когда не высплюсь, вообще ужасно. У меня нет настроения, у меня нет сил, у меня что? У меня все в упадке, да? Ну, и целый день какая-то вялая. Вроде как что-то пытаешься сделать, а я целый день ищу что-то, пятую точку. В хемтесте узнай. Я тебе говорю, да. Зачистил туда. Что, дожили, да? Да. Врачи уже знают. Я пошел, не дасти. Бог, спешу тебя расстроить, они совсем здороваются. Не. А я поглядела. Другая медсестра, которая там ходит. Пьет. Ну ты примеркался уж там. Даже маски уже узнаю. Даже маски. Здрасте, здрасте. Может, по курке? Я вообще-то ходил в Коламбии туда. А сейчас нет.
Во всех ты душенька, нарядах хорошо. Ну, сейчас смотри, списаться. А сама мне здесь не подойдет. Мужик даже вздохнул, когда услышал, что я там в базе есть уже. Говорит, оформлять не надо. А-а-а. Он просто вздохнул так с облегчением, что он до 11 все-таки успеет. Вот, сдать. Вот так вот. Раз и зашла сразу. Распечатала все. Короче, Вован как-то увлекся, сажал все мясо, сажал весь винегрет. Я еще баллы списал какие-то там. Я видела 100 рублей, списал. Да, покинь. Ешь винегрет-то. Там сколько, я что-то не помню. Ну не торопись, мне осталось немножко. 1800, по-моему, что. 1800. Все это вместе. Угу. Тут дорого. Там знаешь сколько всего? Ага. Там и это. А, блин, вся фишка там в том... Там только самый дорогой этот пилирубин вот это. Нет. Самый да. дорогой это... Это какого? Что-то... Ищи вот спад какая-то фигня. Бодаться. Да. Ну, я смотрел, мне же ответ пошел. Остальное все дешевое. Там оно стоит 400 с чем-то. Мне чек пришел. Чек? Вот, девочки, вот с ним разведемся, если что. Да. У него банально все счета на меня. Все почты, все на меня. Вот уйдешь от меня, ты будешь знать вообще даже. Я там меняю почту и все. Угу, сейчас ты поменяешь. Да. Там можно поменять. У тебя везде моя почта привязана. У тебя даже на госуслугу, блин, мой пароль. Который ты не знаешь. Знаю. Да. Куда ты денешься, когда разденешься? Это знаешь, вот как вот... Я уже поменял пароль там. Да ни хрена ты не поменял, что ты гонишь. Да. Это знаешь, как это? Что ты думаешь? Разводится и фамилия остается. Спрашивал. Ах, да? Ну ладно. Блин, мясо. Здесь 6 кусков было. Ты мне дал всего лишь один. Ты меня охренел, блин, вообще, а? Твой мясо. Вон мясо, чё? Не то. То самое. Там дорогое. Вов, ну наглость ты имей. Совесть. Наглость имею. Там ты делаешь его чересчур. Хлеб вот лежит, он его не ест. А вы спрашиваете. Ты его поставил. А так причем вот если бы я поставил чуть подальше, он бы все равно бы сожрал все. А так просто бы лежит. Ты бы хлеб поставил к себе, мясо мне. У тебя в жопу. Эгоист. Проклятый. Ты сама сказала, мне надо кровь. Чего? Ну ты чай пей. Салский. Блин, все хвалит. Ну вообще, что, блин, просто вот пипец вообще. Я не из тех женщин, которые, ой, любимый, кормилец мой. Я кормилец, блин. Я должна мясо жрать, а не он. Тебе вредное мясо. Да, конечно. Тебе это уже не вредное. Вредное. Даже кто кормишь, должен подъедать. А тут получается... Оба. Кто не работает, блин, не жрет. Как не всегда. Кто не работает, тот ест. Вот там придел. Учись, студент. Что там студентов? Ты не научил. Из института. Да. Вот салат отбила. Такой вот салат. Ну, салат. Ну ладно. Гладный физ. Знаешь, что последнее мясо? Хлеб возьми. Съешь бутерброд вот с этим мясом. Это я тебе оставил мясо. Ага, самые обгрызыши, блин, меня оставил с жирными кусками, да? С жирными тебе да. как раз надо. Так, о, конечно, да. А то ты мерзнешь, блин. А все остальное съел. А то все я съела. Один кусочек брюзолы и один кусочек мяса. Все, все остальное тарелка съедена была. Ой, все, зажал. Да. Жадина. Жидобычек должен тоже подъедать. Нафига ли я даже мужику, блин, все отдавать, если я зарабатываю. Хорошо вместе. Но, вот. Извините, у меня доля твоя в общем бизнесе, скажем так. Кто не работает, тот ест. Ну, там все дело. Так что, Золушка моя, будешь ты мясо готовить?
Хотя как вот это? Идешь и будешь есть мясо. Только у тебя будет. Только я надеюсь, ты не устряпаешь, блин, всю кухню, а? Устряпаю обязательно. Новую плиту не устряпаю, а? Ты придешь и будешь ее этот мыть. О, вот вообще мне отмывать. Делать нечего. А раз ты это не блиндаешь мультиварку, а там не будет ничего. Пофиг, а ты в мультиварке. Мы пофиг. Из нее только вывлешь и все. Уберешь. Достань ее только потом аккуратно. Достану. И протри сверху. Уж как получится. Да дай винегрет. Ну, моей ложкой. Да, а у нас своя есть. Угу. Профессионально. Едок. Ну, своя. Ну, со своим. Ложка, вилка. Ай, ножик. Нет. Ай, мне помню, писали. Ой, мужик должен кушать больше, мужик добытчик, ля-ля-ля. А давайте для начала определим роли добытчика. Уже потом. Да, я добытчик. Добываю мясо я. Ага. Ой, хорошо, опять хлеб не съели. Вот чего вот мы хлеб? Даже за вкусный хлеб не едим. А что ты не съел хлеб? Взяла одну горбушечку и все. Куда удевать? Пакетик. Опять пакетики, опять убрать, да? Угу. Мясо даешь своё? А что я? А ты что не будешь? Да, тебе отдаю. Хочешь? Последний. Ну, я... ну ладно. Все, изголодал. Сбегал, изголодал. Я вот, девочки, что подъедаю? Там не чищено нифига. Шкурки. Вот так вот. Ну, тебе так жрём. Да, люблю. Пожевать. Все, ладно, моя хорошая. Всех любим, всех целуем. Всем всего хорошего. Не скучайте. Как говорится, не забывайте посмотреть, как там. Проконтролировать, что будет делать Вован. Что, девочки? Потом отчет мне, пожалуйста, предоставьте. Ничего не будет. Меня не будет дома. Надеюсь, он тут баб не приведет. Обязательно. Вот, девочки, знаете, вот чисто вот контроль, да, чтобы вот точно бабы здесь не было, камеру, чтобы обязательно приготовил, я обязательно камеру. А вообще надо было стрим заставить тебя сделать, да. В режиме онлайн, чтобы я могла так посмотреть, да, так, чем муж занимается. А, бухает, а, уже бутылку, да, пивает, да. Литров. Вина. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Вот так, да. Ладно, всех любим, всех целуем. Увидимся в следующих выпусках. Не забывайте не пропускать наши выпуски. Поддерживайте нас лайками. Это очень сильно стимулирует. Всем огромное спасибо. Комментариям тоже. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.